Одна девочка возвращалась домой на электричке и пропустила свою остановку. А это была последняя электричка, и пришлось ей идти обратно через лес. Она шла и всю дорогу переживала, что пропустила свою остановку, и вдруг она услышала, как кто-то кричит: «Эй, девочка, подойди поближе!» Девочка подошла ближе, и тогда из кустов вышел незнакомый человек, и он ей сказал: «Я знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь есть. Я тоже хочу есть. Давай ты съешь меня, а я съем тебя». «Ну уж нет, спасибо, ты меня обманешь. Сам меня съешь, а я останусь голодный». «Не бойся, я тебя сперва накормлю». Он привел ее в избушку, накормил ее, напоил и спать уложил. Утром она проснулась и говорит: «Я, кажется, с тобой совсем подружилась, так нельзя. У тебя очень хорошо, но мне надо идти домой. Прощай, спасибо за угощение». «До свидания. Вот тебе еще на память украшение», — ответил незнакомец. Он надел на тоненький палец золотое колечко, помахал ей рукой и исчез. Девочка вернулась домой и рассказала обо всем маме. Мама сказала: «Наверное, это был добрый человек, он просто хотел тебя накормить и напоить». Девочка пошла в свою комнату и подслушала, как мама говорит бабушке: «Это был он! Это был он!» На следующий день девочка снова пошла в лес, в тот же самый, но человека нигде не было. Много лет она искала его и все время ела сама себя, пока от нее